Дмитрий Букас на Таим пришел 5 лет назад. Трудится наладчиком станков, признается. За это время предприятие кардинально изменилось, в лучшую сторону. В обязанности мужчины входит обработка деталей, затем они поставляются на петербургский тракторный завод. Все улучшилось в продукции, качество, выход деталей. Повысилась заработная плата, улучшились условия труда. Делаем больше деталей, стараемся. Это подтверждают высокие показатели. Рентабельность продаж приблизилась к отметке в 6%. На 121 увеличился экспорт продукции. Средняя зарплата за апрель – 1226 рублей. В условиях санкций сложности были, но мы от этого не сильно зависим, так как у нас очень маленькая доля импортных комплектующих. Главные рынки сбыта – Беларусь и Россия. Среди покупателей – БелАЗ, МТЗ, Бобруйск-Агромаш, Гумсельмаш, Амкадор, МАЗ и Россельмаш. Высокое качество продукции напрямую зависит от оборудования, на котором оно производится. Поэтому модернизация здесь – процесс непрерывный. Обрабатывающий центр ОКК японского производства выполняет широкий спектр работ – от фрезеровки до шлифования. Сотруднику остается лишь контролировать и задавать нужные программы. Таим – крупнейший производитель тормозных аппаратов и механизмов для автомобилей на всем постсоветском пространстве. Поэтому список партнеров постоянно пополняется новыми именами. Сейчас ведутся переговоры о сотрудничестве с Камским автомобильным заводом. Максим Кемель, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.